там. Право, слева, право, 2-3 плюс узкая. Лево 3 плюс. 80 арка. Лево 2-3. Šodien gāja labāk nekā vakar, šodien ir grants plosme, kur mums gāja tā forša, un ir bišķiņ žēl, ka būtu ar diezgan slidentā prasa. Un mēs braucām tādu, teiksim, tādu rezervīti, paši esam ļoti apmierināti. Esam forši, esam tikus līdz gala, sezona veiksmīgi noslēgusies. Bungenēs bija ļoti složnēja. Во-первых, была большая ответственность, нужно было обязательно доехать до финиша, чтобы подтвердить визу чемпионства в чемпионате Латвии. Но, во-вторых, много асфальта, который для нас, мягко говоря, непривычен. И большой кусок ночной гонки, что тоже было тяжело. Но в итоге доехали, стали вице-чемпионами Латвии, так что все хорошо. Я очень доволен результатом, получил очень много опыта с этой гонки и стал вице-чемпионом Латвии. И я очень счастлив.